Всем привет! Сегодня у нас в гараже Volkswagen Charan. Будем менять ремкомплект заднего тормозного суппорта. Сейчас поднимаем машинку на подъемнике, скидываем колесо, скидываем сам суппорт и начинаем разборку. Я, конечно, извиняюсь, немножко приболел, выскочил ячменчик у меня. Так что, если есть желающие, можете показать мне фигу. Такая вот народная медицина, скажем так. Так что, погнали! Итак, чтобы снять суппорт, нам понадобится вот такой вот ключик, чтобы пережать тормозной шланг. Пережимать мы будем его вот в этом месте. Затем его срывать ключиком на 14, но не откручивать. Дальше берем большую отвертку. Вот так она выглядит. Вставляем ее вот здесь вот, получается, рычаг. И между рычагом и вот этой железкой нажимаем на него. Вот, вот так вот нажимаем. И наш тросик выходит из зацепления. Одной рукой немножко неудобно это делать. Но вот он уже вышел. Все. Вот он. Все. Тросик вышел. Затем снимаем скобу. Вот она, как выглядит. И достаем трос. Немножко постучать нужно, он заржавел, здесь загорел. Все. Дальше снимаем сам суппорт. Вот так выглядит наш снятый суппорт. Вот наш пыльничек. Прорвался полностью уже в хлам. Вот так пережимаем шланг. Как видно, ничего не течет. Вот этот ремкомплектик нам предстоит поставить вот сюда. Сейчас идем к компрессору. Воздухом выдавливаем поршень. Чистим все и начинаем сборочку. Кому интересно, ремкомплект Альфа Ромео. Не знаю, почему Альфа Ромео, нам такой дали в магазин. Вот его номер. Может, кому-то пригодится. Так, начинаем извлекать наш поршенек. Для этого нам понадобится сжатый воздух, пистолетик. Вставляем его в отверстие для шланга и даем воздуха ему. И поршень начинает потихоньку выходить. Выскочил. Так, наш цилиндрик немножко покрылся коррозией. Сейчас мы возьмем наждачечку 600-ку и попробуем все это удалить. Получился цилиндрик. Вот тут немножко как бы коррозия осталась. Ну, она гладко, ничего не цепляет. Сейчас вычищаем вот этот вот буртик и начинаем собирать. Так, достаем старый уплотнитель. Берем ветошь, все там тщательно протираем. И идем продуваем сжатым воздухом. Так, начинаем сборку. Устанавливаем вот это вот колечко на место. Все, оно заскочило. Теперь на сам поршень сразу одеваем наш пыльник и немножко его сдвигаем ниже.
вот так вот, чтобы сразу нам установить. Так вот. Сразу устанавливаем пыльник, потому что потом его будет проблематично установить. Немножко неудобно в этой машине это делать, потому что его нужно, суппорт нужно закручивать здесь. Так, берем шильца, заправляем туда пыльничек наш. Проверяем, чтобы сразу пыльник везде стал, чтобы его не закусило. Изрядно помучившись, но все-таки я его установил. Устанавливается он с помощью вот такого вот ключа. Если такого ключа нет, то можно вот такой, когда-то у меня был ключ, я делал сам. Гайка, приварены такие два куска гвоздя. Он сюда вставляется. И поршень проворачивается. Нужно его проворачивать и поддавливать. Только тогда он туда закручивается. По-другому никак. Все, сейчас я его закручиваю и устанавливаю на место. Вот так должно получиться. Он должен встать за под лицо, поршенек с пыльником. Сейчас заодно поменяем пыльники направляющих, так как они тоже порваны. И будем прокачивать тормозную систему. Меняем вот эти вот резинки. Выбрасываем, ставим новое. Вот так. Пальцы смазываем. Смазочка у нас идет в комплекте. Вот так вот не жалеем. Смазываем пальчики. И вставляем их туда. Сейчас второе. Немножко придется повозиться, чтобы натянуть его сюда. Так, надели. Самое теперь основное — это одеть их на саму скобу. Это, бля, придется повозиться с ними. Собаками. Все, суппорт наш на месте. Пыльнички на месте. Пришлось немножко повозиться, чтобы их установить. Трос ручника поставили, ставится он, в принципе, легко. Также снимается, сюда залаживается отвертка, нажимается на лапку и ставим. Так что все, с ремонтом покончено. Тормоза прокачали, ничего не плывет нигде, так что все. Итак, шаранчиком мы разобрались, ремкомплект в суппорте мы поменяли, также поменяли пыльники в направляющих пальцах, прокачали тормоза. Все проверили, нигде никаких утечек нету, все класс. Так что, кому это видео было полезно, ставьте, пожалуйста, лайки, не забывайте подписываться на канал и до новых встреч.